Сегодня у нас 8 июня 2018 года. Утро. Это еще перед завтраком. Вот. Фрося, вон там еще. Вон там. Возьми мешок. Только здесь не ходи, тут грядки. А? А то ты истратили уже? Да, вот здесь вот еще лук прицепьте, вот, где вот вдоль идет. Полина, подойди и бери у него Фроси-то. Ты не стой на месте. Поэтому по луку не ходи только. Нестор, ты давай пропала. Вот, тебе главное между грядками вот это все прополоть. Чеснок не трогай, мы его выкопаем. Потому что он прошлогодний. Мы его на зелень используем. Вот здесь вот чеснок. И немножко присыпали соломкой его, чтобы влага сохранялась. И меньше было поливать. А то каждый день жара такая стоит, что каждый день приходится поливать все везде. Вот. Так. Сейчас будут пропалывать грядки вот с морковкой. Все срубать. Все, что сорняк, срубать место. Вот. Так, Полина, ты стоишь все время от этих комаров. Тебя не сидят просто эти комары-то. Надо работать, шевелиться, и тогда будет меньше комаров. Они, конечно, ты стоишь, они на тебя нападают кучей. Стаи свои налетают. Давай, бери, активно бери из мешка, сразу бери, присыпай. Не стой на месте-то. Нестор, аккуратно только. Нестор, по ногам себе не удари, а то и или ногу повредишь. Стать их. Чем меньше травы, тем меньше комаров будет потом. Знаю. Разрушаем их домики. Все равно где-то найдут житье. Вот, Фрося, он здесь вот освобождает, тут еще тоже присыпать надо. Все у вас останется. А, сейчас можно еще ходить. Нет, сейчас пока не надо, пока грядки. Смерть тебе, брат. Закончилось? Все? Да. Все, мешки. Аккуратно где-то сложи. Здоровенько. Ой, здесь тучи. Тучи, да. Стаи. Не только тучи. Ух, сколько их тут, проказников этих. Я их называю разбойники при дороге. Все время нападают, где человек идет. Я разрушитель. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.